В последнее время Мария Максакова регулярно дает интервью, в которых стремится открыть публике глаза на российских звезд. Со многими из них певица когда-то была в приятельских отношениях, однако СВО на Украине изменило все. Новое выступление оперной дивы было посвящено деятельности Ксении Собчак. В очередном выпуске популярного YouTube-шоу Максакова откровенно отвечала на вопросы зрителей, подбирая весьма красочные эпитеты. Кто-то в комментариях спросил, как Мария относится к Ксении Собчак. Отвратительно, недолго думая, выпалила певица. По словам оперной дивы, бывшая кандидат в президенты России уже не раз дискредитировала себя. Журналистка якобы говорит вовсе не то, что думает на самом деле. Ксения Собчак – это светская троянская лошадь, которую долгое время выдавали за якобы представителя либерального лагеря, заявила Максакова. Мария сыпала самыми разными теориями. Собчак, по словам певицы, во всем согласна с политикой российских властей, хоть неустанно и критикует ее. Выступая якобы за некие новые векторы развития своей родины и говоря, что никуда уезжать не собирается, она получила гражданство Израиля. Причем сделала она это, по мнению оперной звезды, обманным путем. Каким образом это коррелирует с отправлением православного культа и поездками в православном катафалке на венчание в русскую православную церковь, не знаю. Также не могу сказать, получил ли самец Богомолов также израильское гражданство. Если да, то в отношении него опять-таки было сделано исключение, и он продолжает руководить бюджетным предприятием, государственным российским театром, рассуждала артистка. Не смогла Максакова пройти мимо скандала, развернувшегося недавно в отношении политика Сергея Чемезова, в котором оказалась замешана и Собчак. Знаменитость напомнила, что некоторое время отсидевший за границей и якобы сдав двоих приятелей властям, для себя Ксения таки вымолила прощение. Как именно ей это удалось, остается только догадываться. Однако заработок для наследницы политика превыше всего. Она, конечно же, неуемна в своих аппетитах финансовых. Последний скандал возник из-за того, что она покусилась этим своим копытом на целого Чемезова, у которого, я так поняла, на коленях прощения и просила. Ну, может быть, поза была какой-то иной, это мое допущение. И, соответственно, те двое, которых она в итоге сдала, думаю, получат сроки, рассудила Мария. Отметим, что Максаковой Собчак пока не ответила, зато недавно настроила против себя не только еще большую часть поклонников, но и все семейство Михалковых. Журналистка вдруг похоронила Никиту Сергеевича Михалкова, который на днях попал в реанимацию.